В День трезвости Кумертау стал площадкой проведения форума по пропаганде здорового образа жизни. Духовенство и власть объединились для борьбы с асоциальными явлениями в обществе – алкоголизмом, табакокурением и наркоманией. Проблема актуальная, считают организаторы мероприятия, поэтому ее нужно решать вместе. Причем помогать нужно как алкоголю и наркозависимым, так и тем, кто находится рядом с такими людьми. Упор мы делаем на профилактике алкоголизма, на профилактике наркомании, потому что уж лучше предупредить, нежели чем потом бороться с самой проблемой. И бросить своего близкого мы не имеем права, но обязаны помочь. И помощь эта должна быть квалифицированной, правильной, адекватной, всесторонней. Обсуждение проблем алкоголизма и наркомании было организовано на нескольких площадках. Это урок трезвости со школьниками и студентами, общение молодежи с представителями духовенства, обмен опытом участниками клубов трезвости из разных городов республики. Одно из таких объединений находится в городе Стерлитамак. Наш семейный клуб трезвости, чем мы занимаемся, тем, что учимся жить трезво. Вот именно сегодняшний запрос, сегодняшняя тема «Плюсы и минусы трезвой жизни» пришли к такому выводу, что сплошные плюсы. В работе приняли участие священнослужители из Уфимской, Нефтекамской, Бирской, Салаватской епархии. В пленарной части участника форума поприветствовал глава администрации городского округа города Кумертау Олег Фролов. Он выразил благодарность духовенству за всестороннюю помощь в воспитании молодежи. В Кумертау сегодня создаются все условия для активного образа жизни, для активных занятий спортом, строятся новые спортивные объекты, и каждый может выбрать себе занятия по душе. Я уверен, что в будущем это даст свои результаты. Я благодарю представителей конфессий за сотрудничество и содействие в популяризации здорового образа жизни. Я надеюсь, что сегодняшние мероприятия заставят каждого из нас задуматься и осознать социальную ценность трезвого, здорового образа жизни. На форуме были обозначены направления работы по борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Награждены активные участники профилактических мероприятий.